Мой первый мини-влог под названием «Один день из моей жизни». Сегодня выходной, поэтому я проснулась примерно в 11 утра, умылась, приготовила себе яичницу с помидором и свежим огурчиком. Затем я решила пойти в магазин, потому что нужно было закупиться продуктами на предстоящую рабочую и учебную неделю. Здесь я уже иду домой, а на улице максимально унылая и серая погода. На ужин мы заказали роллы и пиццу, и остаток дня провели за просмотром сериала. Такие дела.